Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски, которая поможет увлажнить и напитать кожу. А еще эта маска делает кожу более мягкой, гладкой и подтянутой. И при регулярном применении эта маска заметно разглаживает морщины и выравнивает цвет лица. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 столовую ложку абрикосового пюре, 1 чайную ложку масла виноградных косточек, 1 чайную ложку кукурузного крахмала и 1 чайную ложку сметаны. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски и про ее общее воздействие на кожу я подробно расписала в своем блоге. И ссылку на свою статью я оставлю в описании и в комментариях. Перемешайте все компоненты до получения вот такой вот однородной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. А под глаза нанесите чистое виноградное масло. Через 20 минут смойте маску прохладной водой и нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю в вечернее время суток. А утром обязательно используйте солнцезащитный крем. А перед первым применением новой для вас маски, пожалуйста, не забудьте сделать тест на аллергию на сгибы локтя.